Одна из приоритетных задач государства – обеспечение безопасности мирного населения. Борьба с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков – все, что представляет угрозу для жизни и здоровья людей. Эти темы стали ключевыми на заседании комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты города. Наибольшая часть преступлений происходит в местах массового скопления людей – на территории вокзалов, рынков, крупных торговых центров и кинотеатров. Для предотвращения правонарушений в этих местах работает система видеонаблюдения. Также специалисты мониторят данные с камер, которые расположены во дворах и на дорогах. Техника трудится во благо людей, однако внимательность и осторожность никто не отменял. Сегодня вот это чувство должно быть наиболее обострено у каждого. Начиная, так сказать, от руководителей учреждений, предприятия, независимо от количества, так сказать, и направленности, до работающих, служащих, так сказать, учащихся. И эта работа должна быть, знаете, вот, ну, доведена там до автоматизма, такая ежедневная. Сегодня повышенное внимание уделяется охране объектов социальной сферы – школам, детским садам, учреждениям культуры и спорта. Но время диктует свое. Участники заседания рекомендовали более активно привлекать к работе горожан, институты гражданского общества, общественные организации, представителей ТСЖ, управляющих компаний, чтобы все желающие могли внести свой вклад в комплексное обеспечение безопасности. Существует работающая муниципальная программа антитеррористической защищенности объектов и населения. Есть по линии гражданской обороны соответствующая программа, есть программа «Безопасный город», есть программы по линии правоохранительных органов. Решили с участием всех заинтересованных сторон обсудить всесторонне данный вопрос с тем, чтобы в те нормативно-правовые документы, программные документы, которые существуют, внести необходимые изменения. Эксперты напоминают, если вы заметили что-то подозрительное, то об этом следует немедленно сообщить в полицию. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.